В кундалини-йоге есть очень много различных техник, крий, комплексов упражнений и медитаций для того, чтобы поддерживать, усиливать, наполнять энергией различные сферы жизни человека. Но есть что-то особенное. И одной из жемчужин кундалини-йоги является комплекс занятий, целой такой программы крий, которая называется «Счастье – ваше право от рождения». И в этом комплексе затрагиваются самые важные компоненты счастья. И это здоровье, очищение, это прощение, исцеление, наполнение нашего сердца любовью, это создание близких, гармоничных и искренних отношений и развитие коммуникации, это процветание, выход на новый уровень возможностей. И последняя часть – это активное блаженство и предельный покой, когда мы достигаем своего раскрытия, своего предела и прикасаемся к тому, что Йоги Баджан говорил, что счастье – ваше право от рождения. Это одна из его цитат. И комплекс крий и занятий в этой программе как раз они называются «Счастье – ваше право от рождения». Практикуя эти крии, мы достигаем состояния внутренней соединенности с тем, что мы считаем, что счастье – наше право от рождения, и мы можем этим воспользоваться. И эту программу мы сделаем на йога-туре в Турции, которая пройдет с 5 по 14 мая в месте, которое называется Чирали. Облюбованное место всеми йогами. Там проводятся фестивали, разные ретриты, потому что очень способствует эта бухточка, эта деревушка, тихая, спокойная, где... И это место располагает не только к погружению в практику, для того, чтобы обрести себя, услышать свой внутренний голос, помедитировать, настроиться, получая доступ к внутреннему счастью, вернувшись домой, которое вы можете проявить в своей жизни и наполнить этим счастьем те сферы, которые для вас важны. Но также оказаться в кругу единомышленников, пообщаться, познакомиться с новыми людьми, которые увлечены тем же, чем и вы. Также мы будем посещать места достопримечательностей в округе деревни Чирали. Это и древний античный город Олимпус, это вырывающиеся из земли огни Химеры, на которые мы пойдем в вечернее время, чтобы насладиться этой красотой. И также мы пойдем в легкий трекинг по Ликийской тропе с умопомрачительными видами. Итак, 5-14 мая йога-тур в Турцию Чирали.